Хотел проверить самоблок. Снег жесткий. Потом на видео посмотрю, какие колеса крутятся. Короче, сел на пузо. Вот, снег жесткий. Вот, смотрите, меня держит. Я тут, получается, провалился. Сейчас попробую откопаться. Смотрите, колесо вывесилось. Так, снег жесткий. Ну что, покопаем, посмотрим. Давайте посмотрим, какие колеса работают. Дифференциал заблокированный. Это колесо. То есть самоблок АВТ-шный с преднатягом 9 килограмм работает. Видите? Дифференциал заблокировал. То есть так бы крутилось два колеса, которому легче. Сейчас на данный момент за счет установки самоблока задние колеса крутятся. Но машина висит, короче говоря. Пойдем копать дальше. Если вперед поставим самоблок, то и те два колеса будет получаться 4 колеса крутиться. Вот, хочу показать. Вот видите, машина лежит на снегу. Колеса прокручивают, ехать она не хочет. Пока копаю, решил попробовать. Так как под днищем снег, сейчас залезу, попрыгаю. Может быть, сомнется. Вот таким образом. Только что-то ничего не шевелит. Машина плотно сидит. Копаем дальше. Пробуем.
короче, уже лучше. Движение есть. Итог такой. Короче, лопату в Ниве нужно возить всегда. Под днищем убрал, все, она едет. Раскачал. Поехала она. Сейчас там поставлю. Хочу сказать, снег жесткий, заехал, колеса провалились, но он еще и мокрый снег, жесткий и мокрый, пузом сел, все, машина, колеса вывесились, колеса крутятся, машина не едет, еще липучка у меня стоит, немножко похоже, в это время она работает. Короче говоря, две лопаты, жесткий снег, мягкий снег убираешь, все, все выезжает, все отлично. По поводу самоблока АВТ-шного, что получилось? Самоблок АВТ-шный работает именно вот в таких условиях, когда два колеса стоит, он распределяет усилие на два колеса, оно пробуксовало, второе включается. Когда в диагонали колесо одно висит, он не всегда срабатывает. Это нужно ставить 100% блокировки. Вот. Для дачи, ну и вообще для сельской местности, когда ты просто ездишь, в этих условиях самоблок АВТ помогает на 100%. У меня с принатягом 9 килограмм стоит. Все отлично. Короче, когда машина стояла, колеса буксовали. Самоблок заблокировал два колеса, сзади крутилось два, дифференциал включил. И самое легкое из передних крутилось, это правое переднее, то есть три колеса крутилось. Все, немножко внизу снег убрал, раскатчику ей сделал, и все, она выехала. Так что самоблок работает, вещь классная. 13 тысяч рублей вместе с работой. Буду ставить наперед. Есть желание, помогите. Установить. Все в описании. Вам спасибо. Спасибо.